Всем привет! Это я, да? Регерс, это я! Всем привет, ребят! Сегодня мы решили собрать у себя дома дорогих и близких нам людей. Вот Славка приехал в Регерс. После тренировки сразу к нам. Димка делает у нас мясо, шашлык. Селиверстов. Где, кстати, Селиверстов у нас? Шапку пошел одевать. Шапку пошел одевать, да. Он разделся и убежал дальше. Вот. Сегодня мы справляем день рождения нашего сынуля, 13 лет. У нас дом, полный дом ребят, детишек. А мы вот сейчас делаем мясо. А Клоков где? Клоков у нас сейчас находится на семинаре. В Норвегии. Да, сейчас я думаю, что у него время как раз семинара. Вот. А Шпак? Шпак у нас... мы не сделали пока съемку, мы перенесли на чуть-чуть на попозже. Вот, он не получилось у нас со съемкой. Я купил розовые кроссовки. Ты купил розовые кроссовки? Like a boss. На даче? Нет, мы в доме. Мы в доме. Вот, и делаем на улице шашлык. Привет из Италии, ребята. Привет. Италия, спасибо, что вы нас смотрите. Горячий сыр не бывает. Покажи себя. Ой, ребята, я сейчас покажу. Привет. Я в шапке. Привет всем. На улице так прохладно, я сегодня первый день вышла. То есть за сегодняшний день первый раз вышла на улицу. Вот. Что-то я никак не могу выздороветь, если сейчас температура 37,5, не могу понять, что это такое. Спасибо большое за приятные слова. Где Ригер? Ригер здесь. Ригер здесь. Когда мы переезжаем в Екатеринбург? В конце февраля, в начале марта мы уже будем там. Астрахань! Привет! Привет! Что говорит док? Говорят доктора, ребят. Ну, что говорят? Ну, пока ничего хорошего мне не говорят, если честно. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. Вот. Говорит то сыну. На сколько лет мы тогда переезжаем? Ну, я не знаю, на сколько лет. Как пойдет, ребята? Наше обучение самое главное на первом месте. Пришел. Сейчас вам покажу Сильверстова, который у нас копает здесь. Вот. Сильверстова. Начальника. Начальника мана. Копать надо. Копать. Спасибо, что ты очищаешь нам дворик наш. Чем платить тренеру? Работы, работы. Вечернее кардио, вечернее кардио. Нынче империю. Спасибо вам большое, ребят, за пожелания. Обязательно я выздоровею. Обязательно. Я должна выздороветь. Я хочу, что я должна выздороветь. Запустили к делу. А мы находимся сейчас дома. Мы дома находимся, делаем шашлык. Мы на тайских каникулах. И к нам сейчас приедет Стас Линдаверт. Через часика полтора он будет у нас. Я думаю, что мы еще разочек выйдем в перископ. Ты мне прибиваешь своим битьем. Тут работа. Работа кипит, да. Ригерту огромный привет. Славка, тебе привет передают. Прорубь делаете, что ли? Ну да, почти, наверное. Да, еще потом в сауну сходим. И в снегу ребята покупаются. Покупаются в снегу. Так, в Инстаграме в директ писали. А, да, и посмотрю обязательно. Посмотрю. Включайтесь. Включайтесь, Сильверстов. Ой, у нас собака еще здесь воет. Линдаверт же в Питере живет, да, он живет в Питере, но он приехал сюда в Москву по делам, у них там с Катей Усмановой проект по поводу соревнований, так что вот они будут вместе завтра оговаривать свои проекты. Почему вы все одеты, закаляться надо? Ребят, холодно все-таки все равно, в майках нельзя. Дима, скажи что-нибудь, ты молчишь-то? Что, я? Ну, один из. Здорово, народ! Рифму, придумайте рифму. Доставка шашлыка. Да, мы уже готовим шашлычки из диетического мяса, стейки делаем, мы из телятины. Димон так и не разбанил, фидот.
Федочкина, это кто такой Федочкин? Федоточкин у нас это кто? Прости, Федоточкин, не умею я разбанивать. Оксана, прошу ответить, а что за обучение? Обучение это... Дима. Я тебя не банил. Дима, что за обучение? Обучение. У нас 21 февраля будет семинар. Да, о другом. Почему мы едем в Екатеринбург? А, в Екатеринбург? Зал открывать. Открывать зал. Ешанькин Академию. Ригет Академия есть, а Ешанькин нет. Начнем с Екатеринбурга. Новосибирск не забежите. Попозже и там мы тоже будем. Да, по дороге. Дороги в Екатеринбург. А семинар где будет у нас? У вас? У нас? Семинар Клоков База Тим. Клоков База Тим. Да, Клоков База Тим, там как раз сделан семинар. Ладно, на себя переключим. Это я. Это я. Оксан поругалась с тренером. С каким тренером? Я ни с кем не ругалась. С каким тренером я поругалась? Почему вы мне такое пишете? Серьезно, молодец, он копает просто спец. Красавчик. А, я с моим, нужен совет. Кто-то поругался с тренером и нужен совет. А кто у вас тренер? И почему поругались? С тренерами нельзя ругаться, ребят. Вы что, это же святые люди, которые из вас вам помогают и хотят сделать лучше именно только для вас. Не ругайтесь со святыми людьми. Ни в коем случае. Ригерт Зайка лучше всех, нашу штангу ждет успех. Почему Голубу не пригласили? Ну как-то, не знаю. Ну, Голубу я приглашала на свою передачу, что я чемпионом. Что? Тимошка все сожрет. Дима, хватит мату ругаться. Дима продолжает ругаться мату, что мне очень крайне не нравится. Ешанькины любимые мои. Спасибо большое. Сильвестр на рабочем работает у вас. Да. Он все может. С днем рождения, сынули. Спасибо вам большое. Спасибо огромное за пожелания. Спасибо, да, очень приятно. Смотри, у нас тут каток. Вот вечерняя кардио, да. Димон, он катается. Блин, ну не так, как не видно, да, наверное? Вот здесь, да, тут так немножко. Вон, некие тоже зеленые сердечки идут. Голубые, голубые, фиолетовые. Ну, ребят, спасибо вам большое. Мне все очень приятно, что вы смотрите нас. Днем рождения будет радовать вас, Юрик. Да. Спасибо большое, да. Мы будем стараться для своих детей делать самое лучшее. Прочитывай стих. Хорошо. Оксана, я прочитывала стих, а я не читала просто. Вот что он не хочет, чтобы я ходила в зал, по дому бегать даже. Потому что не хочет, чтобы ходила в зал, по дому бегать. Да как-то, это из-за этого вы с тренером поругались? Ешанькины любимые мои. Приятно. А лопата по ушам бьет. Да, лопата по ушам бьет не только вам, я так поняла. И нам тоже. Она не только по ушам, она еще по льду бьет. После тайских каникул некоторые девушки пошли на кроссфит благодаря Ригерту. Вот. Ждем тренировку в прямом эфире. Ребят, вот вы знаете, вот встану на ноги и пойду в зал, честно. Не могу уже, сама не понимаю. Ну, что-то температура мне не дает. Девочки отрастили бороду. Ксюша, холодно, Марина, Мариночка, холодно. Зайка, Маришечка, спасибо тебе. Вы дружили с семьей Спасско-Котского? Да мы никогда и не ругались, и не ссорились. Хочу дружиться, да нет, как-то, ну, есть ребята, они прекрасные, они делают свою работу, они молодцы, наверное. Шпак приедет, да, Шпак приедет чуть попозже. Чуть попозже. Из чего? А, в честь чего шашлыки? В честь дня рождения нашего сынульки, и вот ребята приехали там к нам в гости. Да, питание я буду больше снимать. Сейчас переедем в Екатеринбург и найду студию, и там уже будут больше снимать программы про питание и с разными интересными людьми. Да, некоторые прям мне историю про меня рассказывают.
Так, Симкин приедет. Симкин сейчас в Питере находится. Симкин в Питере, как я знаю, что у него сегодня была там какая-то открытая тренировка. Он сегодня делал бесплатную тренировку для многих. Семинар проводил. Витька молодец. А Гусев? А Гусев у нас был буквально дня два тому назад. Они приезжали с Ксюхой к нам в гости. Ты питерский предлагаешь? Вот. Где Клоков? Клоков на семинаре. А Леночка с дочулькой, так как она две недели ее не видела. Леночка тоже, кстати, приболела, так что пожелаем тоже ей здоровья. Что-то она не очень хорошо себя чувствует. Оксана, что с вашим клубом в Москве? В Москве мы в клубе начали уже делать ремонт, довольно-таки много вложили туда. Арендодатели решили продать это место. Вот так вот. Наш бизнес, можно сказать, наш российский бизнес люди кидают. Да, вот как-то так получилось. К тому, что Шпак каждый день... Картошку едят? Ну, ребят, ну они сами знают, что им есть. Наверное, им очень вкусно, им это нравится, пускай едят. Но они же не собираются выступать на соревнованиях, там, да, еще как-то. Каждый кушает то, что он хочет. Самое главное, чтобы не во вред. Вот. Деньги хоть вернули, а кто вернет деньги, ребят? Кто вернет деньги? Никто ничего не вернул. Спасибо. Милая, спасибо. Вам танцы, ребят, смотри. Ригерс, не отставай, давай. Вот там мы здесь танцуемся. А у Ригерса там льда нет. Дара нету. Дара нету. Ригер гармошку взял с собой? Нет, сегодня не взял. Это, значит, так они готовятся. Кидала, блин, да, есть такие. Ригер готовится без гармошки. Самое главное, не унывайте, а продолжайте двигаться в этом направлении. Самое главное, позитив. Все-таки смотрите с позитивом и с радостью, что мы людям будем продолжать делать добро и будем, и все-таки мы сделаем свой труд обязательно. Покажи. Вот это наше... И тогда выключить мне это, что-то написал. Ну что, маленькое приветствие закончено. Сейчас мы покушаем и опять выйдем к вам на перископ. Ребят, не то, что не отключайтесь, будьте с нами. И Курт Кобейн вам споет еще одну песню. Черный Курт Кобейн. Спасибо вам, ребят, за то, что вы с нами. Минут через 30 мы опять же выйдем в прямую трансляцию. В этом... В контакте пора фотографировать.